Всем привет! Под моим репортажем из магазина Аби мне написали, что в Кастораме цветов выбор больше, попадаются редкие и очень интересные экземпляры, и цена там лучше. Ну и что вы думаете, я на той же ноге собралась и поехала. Мне удобнее всего было туда доехать на метро. Касторама располагается у нас недалеко от нового стадиона, который был построен к чемпионату. И вот это новая станция метро. Стрелка. Город Нижний Новгород, если кто впервые на моем канале. Вот так вот выглядит современная станция. А это я уже добралась до магазина Касторама. Выбор невелик. Удивилась я, что там отдел очень небольшой с орхидеями. И вообще цветов немного было. Вот показываю вам, что там было представлено. Орхидеи, конечно, красивые были. И свежие. Выбор большой. Довольно-таки в расцветках. В окрасках. И были немного по скидке, но про скидки скажу позже. Вот такая цена. Нет, цена дальше будет. Это не на орхидеи цена, сейчас промелькнула. Здесь небольшие такие цветочки, дальше крупные. Конечно, все они в целлофане, показывать не очень удобно. Вот сверху заглядываю. Вот это мне очень понравилось. Красивое. Желтые тоже, желто-зеленый цвет. Красиво, конечно. Но вот меня лично они пока не привлекают. Не знаю, я, наверное, что-то в них не понимаю. Мне нравятся вот подобные. Мне нравятся пятнистые. Крапинку вот такую. Вот эти полосочки. Вот эти желтые с язычком, с малиновым, тоже очень оригинальные. Этот язычок все называют губой. Я не знаю, может быть, это, конечно, правильно, но мне нравится, что они вот, ну, как будто язычок нам показывают. Любуйтесь, любуйтесь на нас. Мы вот такие вот недотроги. Просто так не возьмешь, конечно, цены все равно. Вот такая цена, 672 рубля. Не сказать, что даром, нет. На эту цену тоже еще надо решиться. Ну, конечно, это дешевле, чем вот рядом с моим домом. Здесь за 1700, за 1250. Это вот красиво очень. Вот эти вот нарядницы такие, как в ситцевых платьицах. Это очень нежное. На яйцо похоже. Желтая серединка, белые краешки. Очень красивая. Но зеленоватый оттенок, желто-зеленый оттенок. Я не знаю, мне как-то вот не по душе. Может, я что-то не понимаю, пишите мне. Вот эти вот чернильные пятна мне очень нравятся. Где-то разводы есть просто оригинальные, где-то просто смешанные, а где-то прямо ярко выраженные полосками. Как будто вот чернила сбрызнули с чернильной ручки. Очень красивые некоторые экземпляры. То, что я наблюдала вчера в Аби, это вообще... Там девушка брала просто вот с молодым человеком. Она только показывала, вот достань мне эту, я эту хочу. Набирали прямо. Молодцы. Вот так вот. Вот такой был у меня сегодня выбор в Кастораме.
Напишите, если вы видите здесь какие-то редкие экземпляры, на какой минутке они были и как они выглядят. Прям интересно мне. Вот это очень красивое, очень красивое. Тоже нарядное, да? Согласна? Желтый, она желтей. Сейчас вот на видео она немножко зеленей, на самом деле она желтей. А вот это передала цвет почему-то. Интересно, камера телефона передает цвет. А вот здесь очень оригинальная какая-то орхидея. Много-много-много маленьких цветов. Как бабочки порхают, как будто присели на стволик. Ну и немного фиалочек. Фиалки очень красивые. Вот. Опять же, красный цвет мне нравится больше красно-фиолетовый. Вот так. Пока-пока.